И сегодня же в Минздраве рассказали о новых правилах для казахстанцев с синим статусом в Ашике. В следующей неделе такие граждане, не имеющие медотвода, не смогут посещать места массового скопления не только в выходные, но и в будние дни. Люди с нейтральным статусом – это люди, по сути, которых иммунный статус, который нам неизвестен. Сейчас в пилотном режиме будет протестировано проведение доступа к местам массового скопления и в будние дни людей только с зеленым статусом.